Это будущие участковые, следователи, сотрудники патрульно-постовых служб и не только. Центр профессиональной подготовки имени Героя России майора милиции Валерия Тинькова существует уже более полувека. Здесь готовят специалистов для различных подразделений. Здесь находятся в строю сотрудники спецподразделений. Как вы знаете, здесь обучаются сотрудники спецподразделений не только Московской области, но и всего Министерства внутренних дел Российской Федерации. В том числе и недавно воссоединившихся территорий Крым и Севастополь. В центре проводится специальное профессиональное обучение лиц, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации на должности рядового и начальствующего состава, и учебные сборы по должностным категориям сотрудников в целях повышения их профессиональной готовности для выполнения оперативно-служебных задач по занимаемой или новой должности в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России. В жизни каждого человека, который носит погоны, который посвятил свою жизнь служению Родине, это очень важный и в то же время ответственный момент. С этого дня вы все стали полноправными сотрудниками органов внутренних дел. Правовые основы, психология, стилистика русского языка в Центре профессиональной подготовки будущему полицейскому готовы дать базовые знания. Помимо теории, большой упор делается на практические занятия. После окончания обучения молодые сотрудники спецподразделений увозят добрую память о подмосковной земле и тех, кто передавал им свои знания и профессиональные умения, так необходимые при несении службы во славу Отечества. Вся жизнь сотрудника органов внутренних дел, как и большинство людей в погонах, в первую очередь основана на ритуалах. Потому что мы обязаны все доброе, хорошее, то, что наши предшественники существовали, претворить сегодня в жизнь. И все эти ритуалы направлены на то, чтобы сотрудник максимально охранял общественный порядок. Это неправильно сказано, но был сконцентрирован на выполнении своих служебных обязанностей. Уже по сложившейся традиции в завершении мероприятия почетные гости, сотрудники Центра профессиональной подготовки возложили венки и живые цветы к мемориалу памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Елена Кошелева. Видное ТВ.